Отряд «Альфа» пролетает над лесом на северо-западе Ракун-Сити. Мы ищем вертолет наших коллег из отряда «Браво», исчезнувших в ходе операции. Крис, ты нашел их? Нет, пока нет, Брэд. Серии жестоких убийств недавно прокатились по Ракун-Сити. Стали появляться страшные отчеты о семьях, которые подверглись нападению группами около 10 человек. Жертв, очевидно, съели. Отряд «Браво» отправился на расследование. Но мы потеряли с ними связь. Крис, смотри! «Браво» бросили вертолет. И в нем было тело Кевина. Мы продолжили поиски остальных членов отряда. Но поиски превратились в кошмар. Черт, он улетает! Крис, сюда! Черт, бежим в особняк! Все целы? Бэрри. Где Бэрри? Он... Нет! Что это было? Я пойду проверю. Хорошо. Жил и я останемся хранить эту зону. Крис? Будь осторожен. Хорошо. Вескер! Джилл! Куда они ушли?
Нет. Крис Редфилд, отряд Альфа. Мы здесь, чтобы спасти вас. Ричард, что с тобой случилось? Крис, это место. Уводи свой отряд. Демоны повсюду. Не разговаривай. Похоже, его укусила змея. Но размер укуса просто огромен. Это не просто змея. Поверь на слово. Ему нужна сыворотка. Я оставил ее в другой комнате. Я принесу ее. Прошу, поспеши. Держитесь. Я вернусь. Надеюсь, это то, что нужно. Спасибо. Сейчас я сделаю тебе укол, Ричард. Держись. Вот, возьми. Это рация. Береги себя, Ребекка. Ричард. Он в порядке. Просто потерял сознание. Ребекка, тут опасно. Нужно перенести Ричарда в другое место. Хорошо. Ричард поправляется, Крис. Скоро он встанет на ноги. Отлично. Ты сейчас нужна ему. Как только Ричарду станет лучше, мы догоним тебя. Ребекка, ты стрелять умеешь? Да. Но если что случится, я рассчитываю на тебя. Нет проблем, но у нас очень мало лекарств, так что береги себя. Ладно, я продолжу расследование. Будь осторожен. Хорошо? Это я, Крис. Ребекка. Похоже на лунную сонату. Сыграешь?
что это было? Мое исполнение чуток хромает. Дай мне попрактиковаться. Конечно. Но сильно не увлекайся. Хорошо, не буду. Крис! Крис! У меня получилось! Практика творит чудеса. А? Что это? Яд. Крис! Мне нужна сыворотка. Сыворотка? Я помню, что видела ее. Я скоро вернусь. Только держись. Себя чувствуешь? Что произошло? Ты был укушен ядовитой змеей и потерял сознание. Не спеши. О, голова раскалывается. Все хорошо. Я сделала тебе укол сыворотки и напоминаю, впредь будь осмотрительнее. Надо запомнить. Я твой должник. Thank you.
Это Брэд. Прием, Старс, отряд Альфа. Прием. Меня кто-нибудь слышит? Это Крис. Это Брэд, Старс, отряд Альфа. Отряд Браво, неважно. Ответьте. Повторяю, это Брэд. Брэд, это Крис. Брэд! Черт, она сломана. Ричард! Крис! Крис, стой! Ричард!
Тревога! Обнаружен неизвестный источник давления. Закрываю все двери для обеспечения максимальной безопасности. Ты меня напугал. Ты цел? Да, оно сдохло. Но... Ричард... Он... мертв. Мне жаль. Это моя вина. Я должен был уберечь его. Я нашла комнату с медикаментами. Думаю, там есть что-нибудь полезное. Я буду там. Я рада, что ты жив. Вескер? Крис, ты жив. Украл мою реплику. Где Джилл? Я думал, что ты с ней. Да, я знаю. Мы разминулись. Ясно. В любом случае, нам лучше поскорее выбраться, пока нас зомби не съели. Есть идеи, Вескер? Нам надо разобраться. В этой ситуации. В том особняке исследованы далеко не все комнаты. Крис, ты должен проверить их еще раз. А я продолжу расследование здесь. Хорошо. Thank you.
В порядке? Я не хотела, чтобы ты волновался. Нам нельзя здесь долго оставаться. Нужно найти остальных и выбираться отсюда. Ты со мной? Да. Тогда я пойду дальше. До тех пор, Ребекка, действуй по обстоятельствам и сохраняй спокойствие. Поняла? Я могу постоять за себя. Удачи. Энрико! Не подходи ближе, Крис! Что произошло? Предатель! Энрико, погоди! Энрико! Амбрелла! Энрико! Предатель! Немного промазал. Крис, пора действовать. Thank you.
исследую эту зону более детально. Крис? Джилл. Крис, Вескер... Я знаю. Не открывается. Подожди, я вернусь. Хорошо. Крис! Ребекка? Я увидела тебя в саду.
просто догнала. Ну, я рад, что ты в порядке. Больше никаких догонялок. Просто будь рядом. Так точно, сэр. Вескер. А вот и ты. Крис, я горжусь тобой. Не зря ты из моих людей. Спасибо. Как давно, Вескер? Боюсь, я не понимаю, о чем ты говоришь. Как давно они тебя купили? Я думаю, ты немного запутался. Я всегда работал на Амбреллу. И Старс был для Амбреллы. Нет, для меня. Подопытными. Вирус тирана вырвался на волю, заразив это место. И, к сожалению, мне пришлось пожертвовать моими обожаемыми людьми из Старс. Ты убил их своими же грязными руками! Сукин ты сын! Нет. О да, детка. Так все и было. Ребекка! Замри! Ты... Думаю, что ты пока не хочешь умирать. У меня есть кое-что интересное для тебя. Вескер, да ты слабоумный! Крис, ты никогда не поймешь. Он великолепен. Вескер! Подходи, пробирочный уродец. Ребекка! Крис! Как же хорошо, что на тебе бронежилет! Здесь больше нечего делать. Уходим. Хорошо. Крис? Что такое? Я нашла документ в лаборатории. Судя по всему, тут еще много образцов вируса тирана. Мы должны взорвать это место! Верно. Зададим им. Доверяю это тебе, Ребекка. Легко. Я запущу систему самоуничтожения, которую обнаружила ранее. Для начала надо выбраться. Увидимся снаружи. Так точно. Была активирована система самоуничтожения. Весь персонал должен немедленно эвакуироваться. Деактивация и открытие всех замков. Джилл, извини, что заставил ждать. Я знала, что ты придешь. Уходим отсюда. Деактивация и открытие всех замков. 3 минуты до взрыва. Система самоуничтожения активирована. Отлично. Брэд ждет нас в вертолете. Эти твари приближаются. Я займусь ими. Но...
Крис, ты должен как-то связаться с Брэдом. Хорошо. Крис! Ты в порядке? Да.